Акиму Алматы пожаловались на плохие дороги. Жители возмущают, что асфальт сначала укладывают, а потом снова начинают ремонт новенького покрытия. Ерболат Досаев ответил, такие дороги в городе встречаются из-за недобросовестных подрядчиков, которые не соблюдают стандарты. Поэтому Аким запретил укладывать асфальт до полного завершения ремонтных работ. Осенью дороги будут отсыпать, а уже весной у алматинцев получится покататься, не попадая в ямы. Алматы за плохие дороги уже привлекли к ответственности 5 чиновников. От них потребовали устранить недостатки. Эта проблема, вот Санжар Мендыбаевич знает, это вопрос ответственности компаний-подрядчиков, которые должны правильно засыпать, правильно же, после своих работ и так далее. И эти, у нас поэтому УГМ, Управление городской мобильности, периодически застревает, потому что они требуют стандарты. То есть вопрос основы для того, чтобы можно было ложить асфальт.